Здравствуйте, уважаемые цветоводы! Сегодня я покажу, как можно подкормить домашние цветы в июле при помощи двух аптечных таблеток. Данная подкормка поможет вылечить хлороз у растений, межилковое пожелтение листьев. Она улучшит дыхание растений и процесс фотосинтеза, улучшит развитие корневой системы и ускорит обменные процессы. Цветение станет более ярким и пышным. Подкормка даст цветам три важных макроэлемента, такие как калий, магний и кальций. Калий нужен для образования бутонов и цветения, магний отвечает за фотосинтез, а кальций улучшает развитие корневой системы, участвует в строении клеток, делает растения устойчивыми к болезням и вредителям, благодаря тому, что укрепляет межклеточные стенки, делая их более прочными и стойкими к патогенам. Первая таблетка называется кальций-глюконат. Вторые таблетки называются аспаркам. Можно взять также похожие таблетки с таким же составом. Берем одну таблетку аспаркама и одну таблетку кальция-глюконат. Размалываем на четвертинки и прикапываем в горшок на некоторую глубину. Распределяем таблетки равномерно вокруг растения. Если растение крупное, тогда прикопайте 2 или даже 3 таблетки аспаркама и одну таблетку кальция-глюконат. После полейте цветок простой водой. Вот таким простым способом можно подкормить домашние цветы. Спасибо за интерес к данному видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.